Страховая компания «Надежда» перестает самостоятельно существовать. 100% акций приобретены Альфа-страхованием. Об этом сегодня пишет интернет-портал банки.ру. «Надежда» на рынке с 91 года имеет большую базу клиентов, более 700 тысяч по России. Она занимает лидирующие позиции в Красноярском крае. Причиной продажи такого крупного игрока, скорее всего, стали прошлогодние убытки компании. В 2018-м она ушла в минус почти на 97 миллионов рублей. Хотя в 2017-м прибыль составляла 22 миллиона рублей, пишут «Ведомости». Что касается дальнейшей судьбы компании, то в Альфа-страховании подчеркивает, что волноваться людям не стоит. Покупка не повлечет резких изменений в работе «Надежды». В течение переходного периода она будет осуществлять операции как компания в составе группы Альфа-страхования с сохранением бренда и продуктовой линейки. Новые мошенники завелись в Красноярске. Так посчитали жители многоквартирных домов. В их подъездах появились объявления с просьбой предоставить персональные данные паспорта, ИНН и СНИЛС по указанным номерам или в офис сибирской теплосбытовой компании. Но там пояснили, к мошенничеству это не имеет никакого отношения. Информацию о жильцах действительно собирают они, чтобы быстрее перейти на прямые договоры с жителями. К тому же при желании каждый может оформить и получить персональный договор с поставщиками тепла на руки. Ресурсники также заверили, что третьим лицам эта информация передаваться не будет, и объявления носят рекомендательный характер. А если у жильцов возникли вопросы, они могут обратиться в колл-центр компании по телефону 2 579 555. Вообще эти данные, конечно, нам должна давать управляющая компания при переходе дома на прямые договоры, но зачастую она либо их не в полном объеме нам передает, либо вообще не передает. Поэтому мы были вынуждены все-таки уже пойти напрямую работать с жителями. Минэкономразвитие приготовило малому бизнесу максимальное повышение налогов за несколько лет. Ведомство предлагает увеличить на 4,9% коэффициент для расчета вмененного налога, налога на доходы физических лиц, торгового сбора и патента. Новые тарифы начнут действовать уже с 2020 года, если их согласуют в Госдуме. Экономисты считают, что хоть в денежном выражении цифры будут не очень большими, повышение все равно выбьет из колеи часть предпринимателей. По данным деловой ассоциации «Опора России», за два последних года число малых торговых предприятий сократилось в России на 200 тысяч. Поддержка малого предпринимательства – одно из основных положений майских указов Владимира Путина 2018 года. Новый речной вокзал может появиться на набережной рядом со старым. Идею возведения комплекса поддержали на градостроительном совете в мэрии. По плану в двухэтажном здании разместят кассы и зал ожидания, туалеты, подземную парковку, торговые ряды и благоустроят территорию вокруг. Реанимировать старый речвокзал нельзя, он не отвечает современным требованиям пожарной безопасности. Построить новый комплекс предложил инвестор, который еще в 2011 году выкупил историческое здание и право аренды земельного участка рядом. После инвестор уже в 2016 предлагал проект обновления этой территории, но его отклонили. Сейчас идею с новым речвокзалом поддержали, но отправили на доработку.